Большой внедорожник Mitsubishi Outlander буквально въехал по ступенькам в городской бар. За рулем на радость сильного пола сидела женщина. Дама разговаривала по телефону, в салоне ехали еще двое детей. Внезапно автомобилистка решила повернуть из среднего ряда направо, столкнулась с Маздой и очутилась у дверей ресторанчика. Ну и до этого девушка видела по телефону, говорила, ехала в среднем ряду так спокойненько. У нее дети были в салоне, да? Два ребенка было, я потом, когда вышел, увидел, я вообще просто офигел. И все, ехал. И смотрю просто то, что вправо резко поворачивает. Не как-то обычно поворачивает, перестраивается, ну, плавненько так поворотничек там. А просто резко со среднего ряда, блин, в арку поворачивать. Она резко вот так рулем кутанула, не глядя даже, повернула. Ну вот всем глаза произошла эта ситуация. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщина, выходя из автомобиля, продолжает разговаривать по телефону. Двое детей резво выбегают из оригинально припаркованного авто. Ущерб бару причинен значительный, и оплачивать его, скорее всего, придется виновнице. Катерина Перемыкина, «Комсомольская правда», Новосибирск.